Че, парни, всем привет! Договорился сегодня с местным человеком, вот такой мужик, дал разрешение покопать на его земле. В общем, море земли. Раньше стояла там деревня, довольно-таки большая, было две мельницы и, короче, кучка домов. А сейчас стоит его только один дом вокруг поля. Вот. Я ему показал свое разрешение, чтобы быть полностью честным. Вот. Он как бы дал согласие, со соседями созвонился. В общем, все хорошо. Так что еду, как приеду, покажу. Все, парни, давайте. У меня просто нет слов. Ну, парни, я на месте. Давли. Здесь везде я могу копать. Это пипец. Ну вот, сигнальчик. Монеточка. Правда такая беденькая. Вот. Ну, приятно. Пока только там. Бесщадно отгрыз. Очередная монетка. Швед убитый в хлам вообще. Жалко. Хламозный. Как-то так. Не переключайтесь, смотрите. Ну вот, какое-то лицо откопал. Чуть-чуть. Лица точнее. Даже не знаю, что это такое. Вот. Короче так. Ну, такую пломбочку дернул. Прикольно. 1822 года. Идет потихонечку, идет. Находочки радуют. Ну что, парни, солнце садится. Вон. Пора, наверное, уходить уже. Буду клянчиться, конечно, еще раз сюда приехать. Может, разрешит. В общем, иду к машине. Всем пока. Пришел к машине, вот он. Его центик эстонский. Все равно нашел. Все, теперь точно заканчиваю. Вот, еще одна монетка вылетела. Шайба лысая вообще. Ладно, иду к машине, все. Ну вот и все. Пришел к машине. Сейчас свои находки покажу. Вот что я сегодня нарыл. Я доволен, как никогда.